Так, алло, банда. Где Майя? Это они сейчас, друзья. Да, предоставлены сами себе. Маня, туда не ходим. Я сейчас здесь просто проветривать поставила. Давай. Нет, не надо отбирать ничего. У вас есть? Вот комнаты, все. Бегайте. Степа. Даже покрывало убрали. Чтобы не... Единственная проблема, Майя опять сняла памперсы. Ома. А туда теперь у них открыты домики. И они идут туда ночевать. Так, домик открыт. И они просто идут туда ночевать. Да? А так, скажи, бегаем. Дик. Маечка. Майя, иди, будем памперсы одевать, а? Дик. Здравствуйте, телепузики. Ну. Здравствуйте, телепузики. Здравствуйте. Двери закрыли. Кричит Кира. Не хочет, чтобы двери были закрыты. Вадя, а где у нас удочка, чтобы с ними поиграть? Нет. На окне нету, тут нету. Что, шишка? О. Алло, банда. И вот смотри, Люськи нет. И вот тут мячик вот вообще не нужен. А когда Люська, алло. Нет, они тоже подсели все на шишки. Ти-ди-ти-ди-ти-ди. Что? Что подавился? Не надо пихать. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Ту-ду-ту-ду. Что, никому ничего не надо. Ни удочка, ничего. Всем шишки, включая Маю. Шишкоманы. Шишкоеды. Шишкоманы. Теперь, конечно, убойки еще больше. Добавляется, но уже так вообще все поубирали, чтобы ничего в поле вплоть до на диване покрывало. Опа. Ти-ди-ти-ди-ти-ди-дим. Ти-ди-ти-ди-ти-ди-дим. Когда они растут, теперь у них места много. На. Давай. Получается. О, только Влад взял в руку, а котенок пришел. Думаю, что такое? Белочки вы мои. Дик. Ничего себе. Ой, там сегодня написала женщина, да, где-то в комментариях под видео про котят. Про карамельку. Да. Комментарий написала где-то там он, друзья. Наверху держится. Живи, Степка, живи. Да, ну живи, Степка, живи. Как там посмотрели, хорошо, где? Да. Как они там хорошо живут. Все им. Она их отнесла тоже, посмотрела, все проверили, все анализы сдали. Ой, подожди. Я ж Лукошка. Сейчас покормим. Нашел, да? Ага.
увидел. На, открывай. Да. Ложечкой. Целлофанчик. Лукошка, скажи, Лукошка. Помани. Сейчас я буду весь. Я не могу, я... Сейчас тебе Степка поможет. Скажи, папа, папа, я сейчас скажу, все сделаю. Конечно. Вот так у нас всегда. Сейчас. Скажи, папа, какая ложка? Не то. Маня, с творожком. Давай. Моя умничка. Этому дала. Этому дала. Вот, молодец. Не понравилось? Манечке все полезно, что вот полезло. Там эти, Мань, куда? Хейтеры пишут, где вы видели, чтобы кормили там детскими пюрешечками обезьян. Ой, я поездив по миру, столько видела, что едят эти обезьяны, вплоть до собственных экскрементов. Да, скажи, и уж явно не детское питание. Едят вообще все, что же найдут. Это именно как раз те обезьяны, а тут детское питание. Даже в ветклиниках и то дают детское питание. А уж тем более, скажи, да? Обезьянам. Обезьянам, годовалым, скажи. За счастье. Манечка, на. Маня такая. Маня, иди сюда. Иди, иди, моя, иди, иди с творожком. Иди, да, 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 да. Оп. Давай, с творожком. Подожди, скажи, папа, еще не про это самое. Владик, ты забыл, как детей кормить? Внуков, детей, как... Сейчас вспомню. Ну да, ты их не кормил никогда. Маня. Ну, не только овсяночку. Давай, давай. А ну-ка, Маечка. Мая. И с творожком, и мясное. Как они ходят, а? Пюрешку. Перебавочку, развалочку. Как гусята. И Маечка. Нет, от Маечки все хорошо, но потом вот это вот собирать айнене. Майя, да. Майя, иди, иди, иди на. Да. Майя, Майя. Да. Ну, Маня, ну чего ты спугнула? Майя, да. Майя, Майя, да. Ты посмотри.